Здравствуйте! Передо мной команда города на Неве, северной столицы Санкт-Петербурга. Только что они победили в какой эстафете? 4 по 100 метров. Самый результат в мире и Европе. Серьезно, какой дата? Ну какой дата хоть показали? Вот тут нормальный 40 секунд. Для мая хороший. Да? Да, и кто первый? Кто был первый? Кто был первый? Кто первый? Да, это. Да, и как? Ну отлично, все. Передали первым? Не знаю. Да? Да? Главное, что мы на финише первые. Да, да, я ясно. Так? Какой этап? Третий этап. И как? Ну ничего, так нормально. Какая медаль у вас сегодня? Вторая? Не лучшая. Нет. Нет. За сегодня вторая? Сегодня, да. На этом чемпионате не дают медалей. Ну а нет, а какое место заняли хотя бы? Сейчас первое, а до этого я пока еще не выяснил. Так до сих пор неизвестно. То есть протоколов нет до сих пор. Где-то рядышком. То есть близко, да? Четвертый, да. Ясно. Ну и Максим, что давно вас не было слышно? Да. Что там, выздоровели, все? Да выздоровели, все отлично. Где вы там прятались? Да дома мы сидели, семью воспитывали. А, и теперь опять вернулись, да? Да, опять вернулись, а что нам? И какая дистанция будет? 100, 200 или 400? Будет все, Алексей, будет очень интересно. Все дистанции будут? Все дистанции будут, возможно, даже 800. Классно. Да, 800 метров? Возможно. А, все понятно. Ну тогда я вам желаю успехов. Спасибо. Кто вас заводил, кстати говоря? У нас капитан есть, у нас Константин Петряков подстегивает, да? Нас сильно. Самый лучший спринтер на всех результаты времен. Нас подстегивает на. Ну вообще на все мы лучше, чем был там. Серьезно? Да, да, да. Ладно, теперь на чемпионате России-то будет? Будет эстафета? Да, конечно. На таком. И там как? Тоже? Таким же составом. Краснодарцы, по-моему, хотят вам дать бой там в Казани. Мы всегда готовы к реваншу. Ну мы готовы бой принять от сборной США. Да? Ну так. Тоже им фору дадим небольшую. Так. Это у нас это самый такой веселый парень. Он, а, веселый, да? Шутить любит очень. А, ясно. Понятно. Он какую страну представляет? Россию или нейтральный атлет? Да он, конечно, нейтральный. Нейтральный атлет, да? Нейтральный атлет, понятно, нейтральный атлет. А как ваша фамилия, нейтральный атлет? Чернухин, это же. А, Чернухин или Петрухин? Петрухин, понятно. Ну тогда удачи вам всем. Спасибо вам, спасибо. Так держать. Давайте не теряйтесь, ладно? Хорошо, ладно. Мы с вами уже разговаривали об этом.